Я с вами Мстислав Орлов. И вместе, Джон. Да, вместе с Джоном. И мы играем в игру The Last Stand 2. Мне эта игра очень понравилась. Я уже несколько миссий в нее сыграл и прошел. И вместе с Джоном мы решили, так сказать, снять летсплей на эту игру. И мы начинаем. Ну, я доверю со своему знакомому летсплейщику, Славу. У нас объединенный канал. Буду играть в игру, посмотрю на нее. Надеюсь, она будет очень классная. Как человек, кто в ней играл? Не, ну, Джон, игра действительно очень прикольная, я бы даже сказал, да. Так, и думаю, что в нашем канале будет пополнение. Это будет еще один летсплейщик. Фак, и мы уже начинаем играть. Сдохни, шавка! Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Это какой-то... Мы играем за бородатого мужика. Бородатый алкаш, короче. Вчера он был бомжом, сегодня он стал единственным выжившим. Да, я думаю, что недалеко не единственным выжившим, поскольку мы уже встречали других людей. И мы прошли первую миссию. И нам предлагают, у нас вот тут очки ходов, я так понял. И мы, я планирую найти оружие, ну и заодно заглянуть в церковь. Окей. Посмотрим, что мы найдем. О, да, это бензопила. Ну, я думаю, что она пока нам не будет сильно помогать, поскольку... Да, вот я бы не сказал. Сейчас главное помнить, как переключать. Пока они там идут, я хочу... Ой, прошу прощения за неполадки. Попытаюсь найти ту бензопилу. Где ж ты есть, мать твою? Забыл кнопку, на которую надо нажимать. Ладно, сейчас перебью этих шавок и загляну в настройки. Ты что-то делал с мышкой, мне кажется. Что с мышкой я сделал? Она держится. Ладно, продолжим играть. Мне казалось, она и была так. Ну ты же знаешь английский, что написано. Да, я оставлю это для тех, кто действительно знает английский по-нормальному, а не на уровне школы. Ну да. Ох, нифига себе, смотри, что за тема. У нас два выживших. Один из них буду я. И ты сдохнешь. Кстати, меня перебили, когда началась игра. Что хотел сказать? Скоро у нас на канале будет пополнение. Будет еще один летсплейщик. Его зовут... Его зовут Аким. И в следующей серии, наверное, он появится у нас. Не знаю. Да, мясо! Шапка, иди сюда, я тебе сейчас под... О, вот шапки. Блин, чё? Давай, кромсай, парень. Я буду вот тем пацаном, который... Чё, вот этим алкашом, да? Нет, который выше, чем ты, ну, как сказать. Выше, чем я, окей. А, ну, блин, я думал, что мы быстро придём в эту игру. Думаю. Но это только первый город. Это, так сказать, о, нам тут газовые баллоны, но я думаю, они нам понадобятся чуть попозже. А пистолет я выучу тогда тебе, чтоб ты не был таким лохом. Спасибо. И смотри, он в какой-то хуёвине стреляет. Ну давайте, валите их, вы чё, у меня одна бензопила, на. Мне кажется, для нашего друга закупить из патрона. Нет, да ничего не закончилось, он стреляет. На шавка ты не пройдешь. Шавка не пройдет! На-на-на! Не, ну это вообще какой-то
Они какие-то, честно говоря, слабые, их так мало. Ну не то, что слабые, их очень мало. Думаю, что чем дальше, тем труднее будет. Ну да, я тоже в этом не сомневаюсь. Почти все? Ну да, мы почти весь город. Оу, да. Мы нашли револьвер. Я тебе револьвер дам. А этому пистолет. На том пиздю купил. Пистолет дам. Наверное, это будет Аким. Да ладно, нормальный человек. Да! Кстати, кое-что. Вот те, кто играет в эту игру, планируют, например, сыграть после данного просмотра. Я хочу кое-что посоветовать. Опасайтесь зомби с какими-либо дубинками, топорами, ножами, потому что они могут убить ваших товарищей. Я думаю, что мы дойдем до этого момента. Да, и вы сами все увидите, как да. Кто-нибудь сдох. Я скорее всего, не умру. Что такое, мать? Ой, прошу прощения. Нам предлагают отправиться в далекое путешествие, потому что здесь мы всех перебили. А, по-моему... А, не всех. Да. Ну что, есть кто еще живой? Ну ладно, давай добьем этих лошариков. И отправимся далеко. О, мы нашли медвежий капкан. Чувствую, он нам поможет. Шапка! Джон, ты можешь что-нибудь сказать об Акиме? Аким прекрасный парень. Я очень долго с ним знаком. Ну, не знаю. И, в общем, у меня еще один раз прекрасная новость. Я открываю на своем канале проект ШЛ. Это порубы на проект ШБ. Только там были шкалоблогеры, а здесь шкалоспейщики. Оу, да, уже не терпится посмотреть на этот угар. Скорее всего, будет по 3 серии, я так думаю. Так, это мы типа тут. Куда пойдем? Сюда или сюда? Давай, вот эта большая жирная точка, она мне нравится. Большая жирная точка. О, да, мы в церкви, я так понял. Holy ground. Для себя прочитаю, конечно, чтобы знать, а вы читайте сами для себя. Потому что я не буду говорить никакой перевод. Я живу, понимаете? Я еврей. Да ну, что ты гонишь? Знаю я какой ты. Ладно, еврей. Я русский капельник. Да ладно, шучу, конечно. Я просто человек. Сейчас тебя прибьют представители Кавказа. У нас уже автомат. Вот это нормальная тема. Ну пусть она у тебя окей будет. А вот у меня вот эта херовина. Не, пусть у меня вот этот пистолетик будет, а у того лошары будет вот эта херовина. Которого мы зовем Ким. Смешный да пацан, ладно, конечно. Не лошара, он нормальный человек. Нет, давай ничего не будем устанавливать. Да, конечно. Я думаю, что сейчас... Так, только как мне оружие менять? Я до сих пор не понял. Я всех мочусь в бензопилу. Во, видите, вот этот чувак, уже он был с топором. Во, уже, блин, смотрите, ОМОНовцы, нахуй. ОМОНовцы. Уже бабка с топором. Иди сюда. Блин, да его не так просто убить. Ему, короче, надо ноги рубить. Военные, блин, еще не хватало военных. Сдохни, бабка, сдохни, бабка, сдохни. Я так понял, здесь можно до 4 человек иметь союзников. Сейчас самое главное, чтобы тебя никто топорцом не ёбнул. Блин, Ну добейте этого монашку. Третьего назвал PewDiePie, а четвертого ложка. Да ну не надо, иначе еще, блин, подадут на нас в суд. А что такое Repairs, я так не понял. Что, где? Вот, Repairs, ты все время нажимаешь на него. Ну я так понял, что это очки действия, что мы можем сделать. Исследовать вот этот дом, потратить на восстановление жизни. Ну, я перегнул, конечно, палку. Ладно. Что мы нашли? Мы ничего не нашли. Жаль. Да. А так ты не узнал, как менять оружие? Нет. Блин, что это за хрень?
Это мне еще предстоит выяснить. Вот такое. Чё? Ей в голову стреляли чем-то. Это, наверное, арбалет. Сам, надо тебя сейчас прикрыть, иначе тебя топорцом как да треснет. Да я сам себя прикрою. Заключенный. Мне бесит бензопила, ее очень долго перезаряжать, и она быстро тратится. Но она необходима. Блин. Опять я тут вступил. Прошу прощения. Да. Кстати, ссылка на эту игру будет в описании. Нет, ты это сделай, Тиана. Конечно, я же все могу. Ну, как же сменить оружие? О, во, нашел! Наконец-то! Это ж, блин, просто надо нажать пробел. Я ступил. И не нажал на пробел. Ладно, надо улучшить свою защиту, иначе, мало ли, вдруг там какой-нибудь мудак такой будет сильный. О, мы еще одного петука нашли. Вот ему я отдам свою... свой пестоль. Это будет, наверное... Сейчас я, если это будет дама, то я не знаю, кто это будет. Старый дед. Не знаю, кто это будет. Это будет брат Акима. Да. А я со своим... Расскажи что-нибудь об Акиме. Ну, Аким, вы не пугайтесь. Вы думаете, что он какой-то кореец, так, а фамилия Аким? Нет, просто... Это его вообще-то не фейм, да. А не имя. Вообще-то фамилия. Ну, фамилия. В общем, он из города Ростова. Ну да, так же, как и все мы. Ростовчане! Вообще-то я больше люблю Питер, так что... Ну ты ж, блин, из Ростова. И очень жаль. Сейчас тебя ростовчане чисто побьют. Ай, ну я питеряне, ну что? Питеряне? Питерцы. Санкт-петербуржцы могут, может быть. Слушай, а мы их реально мочим, этих зомбачков. У нас да, такая, мы... у нас чисто бригада. Я думаю, что мы все-таки... Мы как это... Да, сейчас я скажу. Мы рейдеры, мы захватили все предприятия зомбаков. Mm-hmm. Они, зомбаки все в страхе разбегаются. О, УЗИшка. О, УЗИшку я себе возьму, да вы попутали. Кто-то там ноет. Неужели к нам пришел Аким? Да. Аким пришел. Ты что, сегодня с нами? Да. Ладно, я ей расскажу. Он не пришел все время по скайпу. Да, он стеснялся просто. Дорогие телезрители, вы главное не думайте о нем плохо. Он реально хороший пацан. Ой, блин, тебя убили. Ты смотри, ты без башки нахуй. Ой-ой, все там кранты скопа. Аким, не переживай. Да. Теперь, Ваня, давай ты станешь старым дедом. Нет. Я... Блин, нас разъебывают. Я дождусь своего сына, если он не... Вот шапки! Шапку убить надо. Все умерли. Так я... Они убежали или умерли? Они убежали. Слава богу. Я чисто всех... Мои. Я разнес всех. Прости, Джон. Ты остался без головы как-то. Кстати... А, нет. Я знаю, кто будет... Третьим. Это будет Джохан. Ну. Какой Джохан? Ну, ой, Джон Райт. Мою. А, да, это наш друг-блогер. Также подписывайтесь на него. Он ходил недавно на Квант. Ну, Квант это у нас такая заброшка. Да мы просто. Автомат, дай моему бомжику. О, твоему бомжику дать автомат, окей. Твоего бомжика такого нет? Твоего бомжика нет. Слушай, Аким, а тебе идет. Fuck you, bitch, motherfucker.
Вообще-то один вот тот пацан, который с револьвером. Нет, он да. бомж. Да нет, чувак, это... Да, это я. Ты кем хочешь, бомжом быть или старым дедом? Каким? Хорошо, разумею. Да, сейчас посмотрю. Я тебе говорю, давай бомжом. Ладно, он бомж, а Джон Уайт будет. Старым дедом. Думаю, ты чё? Да-да, давай. Он на меня обидится. Если четвертый будет девушка, то это будет Стейси. На смелу. И, кстати... Не, пусть будет Яся. Вообще-то ее никнейм Стейси Марсмеллоу. И... Кто-то дебил. Вот это ворот. А вы не знаете, кто? О, кажется, Вань, ты выиграл. Точнее, Джон. Джон. Вот какой он флёк. Кто? Джон, ну я пестик просто. Ну, что ты хочешь? А вдруг это баба? Да, ты это станешь баба. Нет, давай. Нет, давай ты станешь. Да нет. Это пацан. Это похоже на Майкла Джексона. А мне похоже на Бу. Зато я знаменитый. Знаменитый белый нигер. Почему белый нигер? Что он был черным, а стал белым. Ну, я не вдавался. Подробности. Ну, а Ким у нас бомб. Давай, уёбывай! А вдруг это правда Майкл Джексон? Он выжил. Это он сдохнет. Шапки! Кстати, пусть Акима даст мне мой автомат. Да сейчас она даст. Нет, я дам тебе фаром. Сейчас тебе конец, если я этого пиздюка не убью. Капец, мы разносим их. Вот, спецназ. Надо ОМОНовца убить нафиг. Все, разнесли. Как нефиг делать. Давай. Лошары! Давай, ну-ка, не дальше. Ну чё, Джон? Я тебе тогда автомат свой дам. Нет. Тебе возьму спесик. Да нет. Да чё, у меня и с песиком нормально. У меня же есть бензопила. Да, я. О, ещё чуть-чуть, и тебе конец бывает. А ты кому? Старому деду. Вон, вот. Получается так. Да вы сами жердяи. Зомби. Ну а кто? Еще бы чуть-чуть и каюк был бы деда, реально. Жалко, дома нету с вами. Он, наверное, на заброшке. Да какой интересный. Как он начался, не надо. Блин, да что опять? Терпеть-то не могу. Да блин. Да чего вы всех убиваете? Я хочу их порубить. Шапка. Сдохни, шапка, сдохни, шапка, сдохни. Там бабка. Ну тебе будет про шапку. Придумал новую песню. Вообще-то, Стеслав Морозов. А, забыл. Да у тебя память, что-то короткая. У меня есть и на дебил. И вы уже поняли, наверное, кто. А с чего ты взял, что это про тебя? Я все понял по вашим глазам. По вашим глазам. Черные глаза. Вспоминаю, умираю, черные глаза. Я понял все по твоим глазам. И на ногу прибавился. Минуты Кавказа. Мы прям выносим. Мы группировка. ИГИЛ. Да ладно, не, ИГИЛ это говно. Да-да, ну, мы, короче, ополченцы Донбасса выносим украинских военных. Это, короче, на нас бегут правый сектор. Знаете, вот эта картина очень хорошо показывает. А, да, это мы, короче, это Беркут, а это Майдан. Она очень хорошо показывает. Только тут мы победим.
здешние действия на Украине. А, ну да, мы же тут очень близко к Украине. Примерно то же самое. Да уж, Порошенко мудак. Так, я дальше выбираю. Пойдемте на точку, которая пожирнее. А я куда? Ну окей. Ну блин, нам все равно сюда идти. Да нет, по точку, которая жирнее. Вот эту? Да. Мы не... А, не, мы пошли туда. Блин. Может, ну нафиг? Ну, как у нас есть стиральная машинка. Ну, кому нужно, тот прочитает, а мы идем далее. Ну, кстати... Больше домов. Наоборот, тут домов мало. И мы тут вообще ничего не нашли. Второе счастье. Но чувствую, зомбаков здесь будет нормально. Поэтому сейчас расставим тут всякие ловушечки. Не зря же они нам тут. Да, я люблю... Мы в каком-то домике, короче. Коммуналка. Или общага. Частный дом вообще-то. Да нет. Интересно, кто-нибудь додумается пульнуть в бочку с горючим? А не то как бы у меня, только бензопила. Зачем? Я ж не кину бензопилу в эту бочку, вы странные такие. Мусора, мусора. А, все, мусора завалили. Какие странные зомби. Они зеленого цвета. Что же это? Плевал, короче, часто. Кстати, я вторая часть этой игры. О, смотрите, мне хотят взять интервью. Но не успели они. Кстати, вы знаете, что это вторая часть игры? Есть еще первая часть. Ну, первая там, как бы, графика более хуже. Так, и мы завалили этих гадов. К сожалению, нас покинул Аким. Ну, или, может, к счастью. Скорее всего, к счастью. Ну, да. Знаете, я не очень... Мне не очень нравится этот странный чувак. Вот, смотри, у меня лук появился. Дайте мне лук, а я возьми вот этот. А ты кто? Я вот этот, который с узлишкой. Или что это? Да не, блин, я с луком хочу. Да я не с луком. Нет, я не хочу быть Hunger Games. Что? Ты не смотри этот фильм, потому что ты не сможешь. Шавок убиваю с лука. Военных урабатываю. Бам, бам, бам. Я, короче, Рэмбо. Ух, нифига себе, видал такой? Ты сдох. Я сейчас такое все время со мной проблемы. Я могу сказать только одно. Ебать ты лох. Знаете, чуть-чуть прям однорукого сандиста. Приходит однорукий сандист к доктору. Ох, нихера себе, я и ногу вынес. И говорит ему, смотрите, у меня нет руки, что мне делать? Он говорит, ебать ты его. Примерно такая же шутка. Хотя это не смешно, когда я не слышу эту шутку. Не, ну ты сдох. Майкл Джексон сдох. На тебя мне наплевать, но Майкл Джексон, он же сдох. Надо укрепиться, короче. Интересно, у нас есть выживший? Дадим этому пиздюку тогда автомат. Лук не тоже. Давай ты будешь вот этим челом тогда. Да нет. Я не хочу. Я буду ждать пополнения твоей семье. Это моя семья. Бригада. Бригада. Мочим этих говноедов. Кстати, знаете, кто сейчас играет? Ой, Пустосла. Почему меня Марком все время называете? Я что, еврей, что ли? Да не, ну просто имя. Так, тоже на мне. Просто не знаешь. Нет, это не значит, что я что-то имею против евреев. Ну просто не люблю. У меня друг, все, Марк, он вот, я по привычке называю его Марком. Блин, опять эта херня. Искакивает, уже какой раз.
объясни. Я уже какой раз случайно нажимаю вторую клавишу. Раз. Так, Джон, ну чё нам? Давай этот город уже, блин, довалим и свалим отсюда, что у меня бесит уже. Тут вроде зданий так мало, а... Ох ты. Дробовик, и что там? И все. Дробовик, и все. А и лук, а... А лук нельзя. Блин. Ну все. Окей, тогда ему дробовик. А себе возьми лук. Да, себе возьму лук. Бензопила святая вещь, без нее вообще никак. Дед, стреляй, дед! Ты долбан, ты стрельнешь сегодня или нет? Урабатываем всех. Мы, блин, Рэмбо. Это Рэмбо в старости. Рэмбо встречает апокалипсис. Зомби-апокалипсис. Знаете, я хочу... видео выложить, там где я гуляю, все такое, хожу по заброшкам. Ну, это тебе надо с Джоном вместе. Файдер. Разматываем этих. О, нифига себе, я ему бошку отхерачил. Последнее. Давай, я эту говноеду. Вот тебе. О, его уработали. Смотрите, у него часть мозга видна. Все, отработали мы этих. Не, надо все. Мы сейчас... Мы пока все дома не перевалим. Ну, всех зомбаков в городе не перевалим, мы не успокоимся. Это месть за Майкла Джексона! Блин, я, кажется, сдохну сейчас. Я забыл исцелиться. Фак. Ебать. Ну окей, да, сейчас я ебаный лох. Мусор, давай, сдохни. Шавка, нет, только не шавка. Не знаю, вы умеете для этого или нет. Ну, ну, нет, фак. Сдохните, паду. Нет. Ну окей, окей, я лох. Что дальше? А, мы начинаем с этой миссии? Чувствую, что сейчас мне весьма не повезет. Так, мы начинаем с этой миссии? Получается так. Что ты делаешь? Я укрепляюсь. Ты в курсе? У нас столько же остается. Воу-воу-воу! Все очень запущено. Все весьма запущено, все очень и очень запущено. Не очень нам хорошо. Очень нехорошо, очень и очень нехорошо. И несмотря ни на что я прошел эту миссию, извините, что я отключился. Это были вынужденные технические меры. Ну да, пусть так вот будет, потому что еще чуть-чуть и прошлая миссия была бы мной проиграна. Надо поэтому чем-то жертвовать. Например, очками ходов. Джон сейчас на некоторое время удалился, поэтому... Вы будете только со мной. Ну что я могу сказать об этой игре? Игра мне лично очень нравится. Она сильно затягивает. И в нее... Я считаю, что это очень... Я бы поставил этой игре 5 с плюсом, потому что это флеш-игра. И для флеш-игры это очень и очень классно. Ну вот и Джон с нами. И я подумал и решил рассказать вам всю историю о Тиле. Ну давай.
выкладывай народу эту тему. В общем, один, это один из колдплейщиков. Не понял. Когда я снимаю шоу, который выйдет. Очень, наверное, скоро. Ладно, осталась последняя донишка, я его разнесу. Это... Утро. Аким, он был первым видео. Но потом я узнал, что он какой-то богатый чувак. И мне сказали извиниться перед ним. Ну, я, чтобы... Загладить свою вину. Пригласил его помочь нам снимать. Не судите его строго за его видео. Ну, нет, потому что... Знаете, это как было, чтобы не сказать, что произошло такое. Просто вы можете смеяться над ним, но... Не в открытую, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я вам полностью даю право. Вы можете смеяться над ним вообще. Давай, убивай его. Но все-таки первая серия шоу будет. Будет. Не, ну, по-моему, там про него все и снимет. Ну как, господин Джон все о нем и снимет. Да блин, вы что, охерели? Сколько вас тут, уроды? Да, блин. Мы выиграли. Зомби, говно! Дальше... И тот, кто с этим согласен, пусть подписывается, ставит лайки и смотрит наше видео. Да, я думаю, что в этом пройдем и закончим эту серию. Ну да. И эта серия, ну, скорее всего, эта игра выстоит из участия, если нет продолжения этой карты. Вау, как мало домов. Что-то это какая-то сельская ферма, что ли? Я вообще без понятия, что это за тема. И наступает ночь. Это как мафия, знаете? Наступил день, наступает ночь. Фу. Фу, говнеца, однако. Мы, блин, на мусорке какой-то обороняемся. Сельский фермер, короче. Игра называется The Last... Ну, Последняя Надежда. Последняя Надежда 2, я так понял. Я хотя бы больше Ивы подошло название, например, Ходячие мертвецы. Да-да-да, по-моему... По-моему, есть игра, которая называется Ходячие мертвецы. Они не имели права. Да, это были бы нарушения авторских прав. Ой, да что ты знаешь об нарушении авторских прав? Мой друг, в России это не канает. Это может где-то там, где пидорасы ходят маршами, это что-то и значит. А в нашей свободной, нормальной стране это ничего не значит. Свободный? Наша страна прекрасна. Да, согласен. Но не свободна. Фак, сука! Сколько вас тут? Идите нахуй! Пидоры. Блин, все труднее. Ну, может, ничего не осталось. Да сейчас я их с дробаша буду выносить. Я его так и не опробовал. Поэтому пиздюку дам револьвер. Дробаш, думаю, меня не подведет. Ну ты чё? Я не могу понять. Дробаш какая-то хрень, по-моему. Да, я, по-моему, лоханулся. Это будет стоять из видео. Так, я снова сдох. Ну окей, сейчас будет с луком. Блин, да как ты меня достала. И у нас сдох один чел. Бля. Ну не катит. Ну блин, игру начинать не вариант. Не вариант.
Да ты чё не этоваешься? Все, мы готовы. На тебе вонючий ОМОНовец. Твои ножи. Я не понимаю, можно ли что-то пробить? Пробить, по-моему, нереально. Я буду улучшать. Улучшать? Ну, не знаю, видимо, нет. Все на английском. Мне просто там... Я автомат, да, по-моему, сейчас нужно мочить их автоматом. Блин, ну это, конечно, фигня. Вот был бы какой-нибудь автомат покруче, типа калаша. Или я не знаю. Пулемета. Ну да, пулемет или хотя бы М-ка. Я бы даже от М-ки не отказался. Хотя я американское оружие не люблю. Самый лучший — это АК. Да он самый мощный, самый надежный. На Украине, берите себе АК. Да ты дебил. Нафига идти на Украину? Вообще мы идем не на Украину, а на... А вдруг они пойдут на нас? Ну ты вообще с чего ты взял, что мы куда-то идем? А вдруг если они пойдут, то мы пойдем на... Ну, тогда уже вообще мировая война настанет. Это будет, мягко говоря, полный пиздец. Прям как в этой игре. Суки, не! Fuck you! Это напоминает Resident Evil! Который ты не прошел. Это напоминает заставку Resident Evil, когда какой-то там этот лошара там. А вот его окружают зомбаки, а вот такой fuck you! Что? Там было. Нет, да сейчас я затащу. Затащу как нифиг делать. Сейчас все эти парни сдохнут. Сейчас на режим сила, короче. Все, выносим. Шапка на тебе. Только так. Да достали мне эти псины. Я не могу понять, что у меня с животом. Разносим, разносим. Мы будем играть в Alien Isolation. Я скоро хочу сыграть в Resident Evil. И, кстати, когда у нас будет первый этап, как на этом мы когда себя специально используем, с помощью которой можно снимать на Xbox, и мы будем играть в Resident Evil 6. Оу, oh, да, это реальная тема. Dark Souls 2. And... Ну, Gears of War, ты чё? Gears of War реальная тема. Gears of War. And... Как же называется эта игра? Fable 2? Нет. Я затащил! Я затащил! Сосать, сосать. Скорее. Знаете, что я хочу сказать этим зомбакам? Ты будешь сосать! Скорее всего, второй Fable и... И GTA 5. Точняк. У тебя что, есть GTA 5? Конечно, на Xbox. И ты молчал? Да. Шапка. Я не знал, что у тебя есть GTA 5. Козлопастые такие. Игруха будет классная. Я специально для вас не проходил. Да ну, GTA 5 это хуёвая игруха. Ну всем же. О, у нас пополнение, смотрите, сельпошники за нас, короче. Эй, я не... Стой, а можно вот сельпошников? Вот это броню прокачать? Вот эту... Мне кажется, нет. Я лук, короче, возьму. Я думаю, он меня не подведет. Пинчикера. Валим! Вот, Майкл Джексон вернулся, я буду играть Майкл Джексон. О, да, реально. Только ты почему-то, ты с этим, с револьвером. Первый. Майкл Джексон с револьвером. Считай, будем считать, что у тебя было ранение. Да. Выносим! Пацаны, прикройте меня! Интересно, откуда игра создана? Кто же создал эту прекрасную игру? Не знаю, там кому надо, тут прочитает. Но игра, конечно, охуенная. Создателям большое спасибо, что
что этот шедевр мы можем играть совершенно бесплатно. Графика, конечно, для флеш-игры, мягко говоря, охуенно. Капец, мы их стали выносить, такая толпень, чисто разносим. Пух и прах! Кстати, блин, я забыл. Что ты забыл? Я забыл, что у меня есть еще одна игрушка, обожаемые все. Наверное, что за игрушка? Любители Ubisoft будут очень рады, что я выиграю в нее. Это Assassin's Creed Изгой. О, нахуй, срубили бошку. Эта игра вышла только на Xbox. Я думаю, что для вас выход этого прохождения будет эксклюзивным. Эксклюзивным. Какое... Эксклюзивным, дебил. Какое громкое слово. Как оно? Окей, все ясно. Разнесли мы этих падл. Просто так, только так, конкретно. Что это за тема, я понять не могу. Ох, нихера себе. Обрез, снайперка. Честно говоря, я даже не знаю, чем мне брать. Но явно не лук. Я хочу снайперку, во-первых, использовать. Дай мне автомат. Нет, дай мне автомат. Тебе автомат? Да. Давай пацану вот этому дадим изишку, а вот этому дадим обрез. Разносим. Ух, ни хрена себе, гаси только так. Заплатите. У нас... Мы... В общем, у нас режиссерские ошибки. И все игру на происходит данного. Но проверим его за кадром. Да. До того места, до которого мы дошли. И пока мы всем... Пока мы с вами прощаемся. На этом все. С вами был Мстислав Орлов и... Джон! Подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите наши видео. Всем пока!